Так это чудесно. Замечательный календарь. Надо сказать, что с огромным. Это просто не со вкусом. Ты понимаешь? Вот это, со вкусом. Вот медведик. Они просто. А здесь слышишь, Наташа? А здесь был. Это Тевер. Вот такой такси. Да. Самое интересное, такси, вот этот Богдан, это, конечно, классно. Который кот растерзал в этом году, но все равно он старый. Старый, 42, я его отреставрировала. Вот. Петушок тоже старый. Старый. Да. Тоже старый. Да. Еще и как поправляется. Ты думаешь, почему дядька говорит, что я не готовлю? Не хочу кушать это. А то, что я готовлю, то понемножку кушать. Так, на дороге. Леша не мешает никому. Нет, ну чтобы Елка... Я уже послала вчера в Чехию свои аспиранты. Какая прелесть. А что на Ешка? Так, потому что это назвали Ишкой. Как-то сама... Как их там... Я не знала. Ну что-то вы с Ленкой не знали. Ленка, Яшка, они там... Я сказала, я вас умоляю. А Яшка это у нас кто? Это не... Рюмки взяли? Взяли. Берите рюмки. Берите рюмки. Так, снимай. Это все идет видео. Так что погладь Сашу по головочке. Будь такая. Все. Снимаю. Оно снимает квадрат. Я нажился, но я не знаю, какого времени. Как поздно же уже было. Да, но вот он спал. Нет, я же была рано. Я все равно встала, как всегда. Я легла 4:30, а встала 7:00. Вот, и это для меня было уже поздно. А он спал, не меняя позы. Не... Иду вот это, икра из лосося. Из лососю. Всю. О, я как еще этого не... А где хлеб с маслом? Я уже съела, пока ты говорила. Ой, негодяйка. Вот так вот. Райта, ну разве... Остаться, а ее запихивают обратно в этот трак. В зодиак. Это вот эта игрушка мне где-то 8-6 было. Лена, вот а вот эта игрушка нашего детства. Тоже из детского набора. А вот это последняя игрушка, вот вчера пришла.